Собираюсь в поездку, пеший поход от станции Чинары по дороге на Шаумян. Однодневный пеший поход для съемки. Смартфон 64 гигабайта с памятью на карточке. Мыльница, фотоаппарат 16 гигабайт памяти в чехольчике. Две камеры одинаковые. Каждая по 32. Одна в герметичном боксе. Герметичная упаковка для документов. Сумочка наплечная. Еще сумочка наплечная. По 32 гигабайта в каждой камере карточки. И зарядка Powerbank на 2500. Смартфон с чехлом на шнурке. Так, сниму, покажу, как сходил.